Белоснежный красавец с японской душой и европейской внешностью предприятие «Симаз» наконец-то представило свой первый автобус. Модель номер 2258 поступила ульяновским компаниям-перевозчикам для бесплатного тест-драйва. Эффектный снаружи, комфортный внутри, в салоне установлен кондиционер и два десятка мягких сидений. А потолок достаточной высоты даже для рослых граждан. Еще один приятный момент – вмонтированные USB-розетки для зарядки гаджетов. Они расположены у каждого ряда сидений. Технические характеристики тоже незаурядные. Вся ходовая часть от шасси до коробки передач рассчитана на 1 миллион километров. В данном автобусе использована техническая часть компании Isuzu. То есть это шасси, двигатель, коробка, мосты, у которых имеется очень большой запас прочности и ресурс. Это уже подтверждается на грузовых автомобилях, также и на автобусе это тоже будет видно. Водитель 43-го маршрута Иван Курмей более 20 лет за рулем. Водил он и ПАЗы, и газели, и новые зарубежные микроавтобусы, ныне распространенные на ульяновских дорогах. 3 дня назад в его распоряжение поступил новенький «Симаз». Конечно, чтобы по-настоящему оценить качество автомобиля, требуется не один год испытаний. Несмотря на недавние знакомства, основные черты характера автобуса Иван уже изучил. Автобус очень хороший, мягкий, удобный. Пассажирам всем нравится, довольны. Заходят все, сразу говорят, о, как такой хорошенький автобус. Ну, просторный, свободный. Для меня, как водителя, удобный вот, в управлении, мягкий, идет нормально. Расход маленький по городу, на 100 литров 18, на 100 километров 18 литров по городу расход у него. Первый прототип автобуса собран еще в октябре 2017 года. Сейчас их около 20, и все они вышли в свои первые рейсы не только в Ульяновске, но и в других городах Поволжья. Испытания в реальных условиях очень важны, ведь перед выпуском крупной партии машин надо успеть выявить все недочеты и устранить недоработки. Руководством завода и правительством региона прорабатываются наиболее удобные программы рассрочки для перевозчиков. Сегодня мы совместно с региональным фондом развития промышленности и региональной лизинговой компанией вместе с производителем готовим программу, которая позволит выдавать займы до 3 миллионов на 3 года с 3% в год. Это очень хорошие сегодня условия. Если цена и качество устроит представителей транспортных компаний, Симбирский автозавод приступит к серийному производству автобусов. Первая партия будет выпущена в количестве 250 штук. Планируется производство 3 модельных линий, все они разной вместимости и комплектации. Все они разрабатываются с учетом пожеланий потенциальных покупателей, компаний-перевозчиков. Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.